Проблемы в 10-м доме по улице Авдотинской начались после очередной смены управляющей компании, жалуются жители. Стали замечать, что со временем дворник исчез, подъезды не убирают, кровля худая, фасад трещит, крышу от наледи чистить коммунальщики и вовсе перестали. В итоге случилось ЧП дворового масштаба. Крупная глыба проломила выгребную яму, которая располагается между подъездами. Управляющая компания никак не реагирует, потому что это прошло в субботу. Суббота-воскресенье, это был выходной, понедельник, вторник мы звонили, потом приехала кто-то, видимо, кто-то дозвонился, приехала организация МЧС, вот нам пригодили вот этой ленточкой, вот это белой-красной. Глубокая яма, переполненная сточными водами, сейчас в открытом состоянии. С прошлой недели люди боятся угодить в мутный зловонный омут. Это единственное ограждение. На первом этаже 3 семьи, у нас у всех по 3 детей, то есть многосемейные. Сейчас родители детей на улицу одних не пускают, да и сами ходят с настороженностью. Ледяные глыбы продолжают свисать над подъездами, да и яму ремонтировать некому. Коммунальщики за деньги не едут, а мужчин в доме почти не осталось. 10 февраля была отправлена заявка на ремонт козырька. Вот я конкретно звонила по поводу того, что у нас сосульки, у нас наледь на крыше, у нас сосульки очень пугающие были. Вот, управляющая компания так и не появилась. Лично вот у меня вот квартира, да, вот как раз вот эта вот яма, как раз, вот у меня 75,4 квадратных метров, да, вот. У нас управляющая компания берет, только она берет примерно 1700 рублей, но это только она берет. Математика простая. В доме 12 квартир. В месяц получается сумма немалая. Но услуг за эти деньги не предоставляют. Люди уверены, что платят за воздух. Вот конкретно сейчас в этом месяце начислено 1300. И за что это 1300? Там написано... Содержание общего имущества. Что вот. Туда входит? Вот нам тоже бы очень хотелось это знать, потому что никаких договоров как таковых у нас с управляющей компанией нет. Дом, судя по выставленным счетам, обслуживает Ивановская УК «Народная компания». По телефону коммунальщики нам пообещали, что до конца рабочей недели выгребную яму отремонтируют. Владимир Еремин, Максим Шишкин, телекомпания «Барс».